кто не пользовался или кто не следит за творчеством Прайда, рекомендую этим заняться, потому что это реально топчик. Сразу будет подменный фонд. Это класс. Динамиками пользуйтесь, как вы хотите. Стандартный среднечастотный динамик, вот, который должен нас удивить. Сейчас попробуем послушать. Ребята, приветик вам, уральскую пятерочку из солнечного Челябинска. Ну, обычно про солнечный Сочи говорят, но у нас тоже сегодня тепло, весна. Давайте, сегодня у нас речь о новинке от Pride. Чтоб стать царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем. То есть Прайдом мы занимаемся уже достаточное количество времени. Мне этот бренд лично симпатичен. Симпатичен подход компании к клиент-ориентированности их, качество акустики и так далее. Кто не пользовался или кто не следит за творчеством Прайда, рекомендую этим заняться, потому что это реально топчик. Это топ того, что можно сейчас в России предложить аудио, в аудиотеме для тех, кому хочется громко, классно, кайфануть и так далее. Ну, погнали, новинка Solo Evo, я только ее держу в руках, видел обзоры, видел видосики, вот, их не видел, честно скажу. Вот даже мы сейчас распаковали, нам прислали на обзор, и мы сейчас принимаем предзаказы, пока их нету, но они скоро будут. Но я вот с вами вместе это сделаю. Коробка стандартная, Solo Evo, написано прикольно, что это может значить, как знаешь, или старинный фильм, или ковбойская тематика, да? Есть же такое? Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Вроде обычные буквы, а подача прикольная. Ладно, гибрид технологии, я вам, ребят, сейчас не расскажу, что это значит, но мы гибридная магнитная система, вот что могу сказать. Ну не суть, давайте быстро смотрим и слушаем. Долго рассусоливать об этом не будем, потому что смысл тратить время. Гарантийный талон, наклейка. Сразу скажу, будет подменный фонд, будет стоить что-то 850-900 рублей. Точная информация будет и на сайте Pride, и в нашей группе. То есть сразу будет подменный фонд. Это класс. Динамиками пользуйтесь, как вы хотите. Что-то с ними произошло, по вашей вине, или вы так не считаете, неважно, можно заменить на абсолютно обновленный динамик. Это классно. Давайте распечатаем пакетики, коробка, тут все стандартно. Что для себя скажу? Кольцо, я вообще же приколюху покажу. Так как динамики стоят 4950 пара на данный момент, сеток в комплекте нет. То есть у акустики Solo Mini и Solo Evo сеток в комплекте нету, у Solo вот два сетки в комплекте есть. Вот пока это весь модельный ряд акустики 16 сантиметров, ну линейки Solo. Вот, поехали, смотрим. Магнит, магнитная система, ну как бы вид имеет, корзина. По корзине также сразу есть информация о параметрах на коробке. Если кто-то сам пилит подиумы, пожалуйста, пилите. Сейчас я кое-что посмотрю, кстати. Вот смотрите, кольца, давайте сразу посмотрим, как это все будет. И расскажем, как можно использовать. Вот, стандартные кольца влазят без проблем. То есть, все четко. И корзина в том числе. То есть, вот у нас кольца, которые мы продаем. Ребята ставят, их используют для изготовления подиумов или ставят в штатные места. Все влазит, все классно. По параметрам я уже послушал, посмотрел, почитал. Тут смотрите, еще вот добавилось, что на коробках Pride. С этой стороны информация. 150 номинальной мощности и от 125 до 8000. Стандартный среднечастотный динамик, вот, который должен нас удивить. Сейчас попробуем послушать. Я думаю, мы послушаем его с динамиками в его ценовой категории, который есть. У нас есть немного динамиков, которые можно услышать. А так мне все нравится. Динамик прикольный. Вот. Ну, смотрите, по линейке давайте. Какая линейка есть именно у Solo? Это Solo Mini,
Для тех, кто хочет подешевле и погромче, там реально громко, от небольшой мощности, 100 ватт. Здесь 150 ватт номинала, сейчас поймем, как они звучат. У меня стояли Ruby, вот Pride Ruby еще с красным колпачком. Эта акустика мне очень нравилась, и говорю, вот у меня так, один из таких этих, что я один год, когда вот Ruby были, я отслушал много, наверное, пар 8 или 10 разных динамиков. Ruby единственный, который у меня жена сказала, что играет, то есть ей очень понравилось. Это действительно интересная акустика была в свое время. Вот, возможно, это что-то похожее. И, соответственно, Solovo 2. Solovo 2, куча перевариваемой мощности, отличные результаты, ну и, соответственно, на громкость. Вот. А это середнячок. За 5000 рублей, я думаю, он займет свое место 100% и станет любимчиком многих из вас. Сейчас послушаем по звучанию, будут нестандартные треки. Ну что, предлагаю переместиться, да? И послушать. Поехали. Ребят, смотрите, то есть сеточек в комплекте нет, но всегда в наличии сеточки вот такого плана, сеточки Pride. Смотрите, как смотрится динамик. То есть он выглядит очень добротно. И, конечно же, мы дарим нашим клиентам саморезики. То есть есть всегда выбор. Можно взять саморезики серебро, вот хромированное серебро, и черные саморезики. То есть уже на ваш выбор, какие вы хотите, мы вам подарим к данным динамикам. Нифига он, смотри, магнитом, короче, прорвал пакетик. Саморез, тыщ, вылез и пакет порвал. Ну вот, это забыл сказать, всегда сеточки в наличии, не пренебрегайте этим, это очень важно. Вот давайте еще момент какой, пока не начали слушать, расскажу, куда их можно поставить. Можно собрать громкий фронт, можно две пары, можно четыре пары сделать. Вот, кстати, Рома, тебе привет, Рома первый наш покупатель, который заказал четыре пары. Четыре пары будет ставить именно Solo Evo в свои двери в Хонду. Можно поставить две пары, можно поставить в каждую дверь, пару туда, взять четырехканальный усилок, вариантов много. Можно взять в качестве серединок, используя мидбас. То есть абсолютно такой многогранный динамик, который вы можете использовать уже в свое усмотрение, куда вам больше понравится. Вот, поэтому давайте послушаем сейчас несколько треков. Тут мне Паша трючок скинул, сейчас мы его в первую очередь, как же его не послушать, да? Сейчас сразу мы его... Да, кстати, ребят, давайте сразу, типа, это не в качестве, ни в коем случае рекламы, но я реально всем рекомендую, кто еще не видел, посмотрите фильм «Джентльмены». Это реально настолько великолепный фильм, я его три раза посмотрел, вот, ну, два раза в кинотеатре, никогда в жизни не смотрел два раза фильм в кинотеатре, ну, посмотрел. Вот еще вот Solo Evo, реально вот, смотрю на надпись, напоминает эту великолепную восьмерку. Мне понадобятся лучшие бойцы. Послушаем, то есть смотрите, Solo Evo, вот, тут видно, что катушка побольше, Solo Mini, у нас мачете Neo и мачете просто, есть еще DST, просто вот мы послушаем вообще кайф Solo Evo, но и включим, посравниваем. Кстати, еще скажу, ребят, у нас очень классный микрофон, рекомендую слушать в наушниках обязательно, с телефона будете слушать, не так понятно, в наушниках будет детализация, вот он здесь стоит, красавчик. Как-то, да? Вот здесь прям он реально. Короче, парни, как в кинотеатре, да? Сидишь, и вот этот вот тыщ, насыщенность. То есть, ребят, мы ни в коем случае, то есть, не что-то там лучше, что-то хуже. Динамик стоит 5000, он и должен играть на 5000 рублей. Эти стоят 3, эти стоят 4200, эти 3750. Ну, это реально кайф. Вот прям слишком кайфуй. Короче, настолько живой звук, да, настолько прям, ну, класс. Вон Паша стоит, как бы тоже улыбается. Песня классная, ребят. У меня в личке будет, берите, если надо. Сейчас еще я вам группу показывал в одном из видео. Обязательно сейчас с нее послушаем треки, потому что тут есть именно Dare Music. Там сегодня новинки вышли, я еще не успел послушать, но там
Okay, this is what I'm on. Kicking to the club with the sound in the sound. Freeing my mind from all that's going on. Trying to be right, but it feels so wrong. God damn it, I'm wrong. Turn the lights on. I don't need y'all to tell me when to go on. 2, 3, 4 in the morning. It's a free world, I can do what I want. DJ, raise it back up. Who got that weed? We can blaze it back up. Look at that girl, she can make it back up. It was just cranking up and y'all leaving for what? Man, I love it with the party, y'all. We can all get it cracking like Mardi Gras. Так, давайте следующий. Есть у меня еще тут те треки, которые может... Следующую. Давайте вот это послушаем. Давайте еще один. Я думаю, много прослушки. Незачем делать. Кто хотел, берет. Кто не хотел, тоже берет. Поэтому тут все просто. Музыка реально кайфует. Поэтому давайте. У меня, кстати, еще два, наверное. Что сказать, ребят, за пятерочку это кайф. Я сегодня подумал, с чем сравнить, повыбирал динамики. В принципе, за эти деньги
5000 рублей такой классный, 4950, если быть точным. Это классный ценник, динамики, пушка, так что давайте вставайте в очередь за соло Эва. Вот. Также будет розыгрыш этих динамиков у нас в группе ВКонтакте, вот, соответственно, совместно с компанией Pride. Смотрите условия, участвуйте и получайте удовольствие. Я вам желаю позитива, бодрячка, уральскую, здоровую, позитивную пятерочку, ловите, все ее так прям принимайте. Вся Россия, приветики, вот. Мы вас обнимаем по-мужски, вот так, обнимаем, прижимаем, но за руку не здороваемся локтями. Все, уральскую пятерку, пока-пока.